На встречу с Владиславом Рымшей в Совете ветеранов Ленинского городского округа собрались представители общественной организации бывших узников фашистских концлагерей. Депутат и председатель торгово-промышленной палаты уже несколько лет поддерживает ветеранов. Вот сегодняшний день особенно очень хотелось поздравить узников. Это общество, которое находится на территории Ленинского городского округа, с наступающим Новым годом. Пожелать им, естественно, здоровья, потому что как никогда оно им нужно. Вот. Ну и, естественно, будем помогать этой организации в дальнейшем. В знак признательности и дружбы руководители общественной организации бывших узников вручили Владиславу Рымше медаль «Непокоренные». Ее получают не только те, кто пережил страшные военные годы. Людям благородным, которые поддерживают, помогают нам в трудные минуты и никогда не отказывают ни в какой помощи. Позвольте вас поздравить и вручить вам нашего святую медаль. Традиционно для членов общественной организации торгово-промышленной палатой были подготовлены подарочные наборы к новогоднему столу. Несмотря на почтенный возраст, ветераны стараются собираться вместе и участвовать в памятных мероприятиях. Со своей стороны, они благодарны оказанному им вниманию и заботе. Не всегда мы просим, они сами спрашивают, а в чем вы нуждаетесь? Нужны ли какие-то вам помощь? Какая-то поддержка, понимаете? И это очень дорого стоит в наше время. Подарочные наборы получили все члены общественной организации. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.